России, поддержите антитабачный законопроект. Табак нелегальный наркотик. 12 ноября, ровно в 2 часа дня, мы собрались на всероссийскую акцию в поддержку антитабачного законодательства, которое прошло парламентское слушание полностью и теперь уже на рассмотрение в Госдуме. Вот, чтобы в Госдуме его не поправили, не изменили каким-либо образом, мы вышли на эту акцию, в том числе вышли в городах Москва, Новосибирск, Петербург, вплоть до Иркутска. Всего около 13 городов выходят на сегодняшнюю акцию. В том числе в Башкирии еще один город Сибай, в который планировали строительство табачной фабрики. Они уже отстояли акцию, мне доложили, что все нормально, хорошо прошло. Мы хотим показать нашим депутатам, чтобы они видели, чтобы они могли опираться на наше общественное мнение и знали, что мы поддерживаем этот закон и хотим, чтобы он прошел без изменений. То есть, что он предполагает? Предполагает запрет курения в общественных местах, да, в рабочих местах и других, где пожелают, допустим, работодатели в том числе. Также и повышение акцизов, и запрет продажи в стационарных пунктах. Это наркотики, ведь они должны продаваться отдельно, так же, как алкоголь, это же не в продуктовых магазинах они должны продаваться. Табак очень сильно влияет на здоровье человека, негативно влияет при этом. И зная о том, что табак сейчас практически не натурально синтезированный, мы можем точно утверждать, что он является наркотическим средством. Распространение надо сократить, чтобы к детям меньше было доступа. Курил одно время, и себе я понял, что это вредно. Я понял от чего? От того, что это действует на память. Нет табачным лоббистам. 90% табачных компаний принадлежат западным фирмам. Позор табачному лоббисту!